Нижегородский технопарк «Анкудиновка» занимается поддержкой и развитием инновационных и высокотехнологичных проектов, а также выступает региональным представителем таких федеральных институтов развития, как фонд «Сколково» и фонд содействия инновациям. Заместитель директора технопарка «Анкудиновка» Андрей Панькин рассказал саровским предпринимателям о финансовой, грантовой поддержке сектора IT и наукоемких разработок, а также о возможностях стать резидентом региональных и федеральных фондов. «Сколково» в первую очередь представляет это налоговые льготы резидентам «Сколково», но сейчас, чтобы стать резидентом, не нужно переезжать непосредственно в Москву. Достаточно через нас стать резидентами квалифицированными, оставаться, работать и развиваться на своей территории и получать все льготы, в первую очередь налоговые льготы, как на федеральном уровне. В Центр поддержки предпринимательства поступало много вопросов по рефинансированию действующих кредитов, привлечению дополнительных инвестиций на реализацию проектов по льготным продуктам для самозанятых и предпринимателей. Об этом рассказал еще один нижегородский гость – Руслан Семиген, начальник консультационного центра Агентства по развитию системы гарантий и микрокредитной компании и Фонда развития промышленности Нижегородской области. Для предпринимателей-промышленников на семинаре прозвучала важная информация по новым грантам, которые действуют в 2022 году. Мы знаем, что в связи с скачком ставок рефинансирования, которые были у нас в первом квартале этого года, некоторые ставки по кредитам возросли, да, и мы расскажем, как эти кредиты рефинансировать, как привлечь дополнительные ресурсы на реализацию проектов. Для нас очень ценно, что мы в рамках сегодняшнего семинара смогли привлечь специалистов действительно регионального уровня, непосредственно тех, кто занимается разработкой, курированием программ поддержки. На образовательном семинаре «Механизмы финансирования предпринимательских проектов, дистанционное бизнес-инкубирование, гранты для промышленности и инноваций», который прошел в Центре поддержки предпринимательства, региональные спикеры ответили на все интересующие вопросы саровских предпринимателей. Светлана Ярунова, Андрей Махмудов, Кирилл Новикевич, Служба новостей Саров, 24.